Всем привет, мои дорогие друзья, подписчики. Я Карина, на канале Кэрри Фэнтези. Сегодня мы пришли в Кремль. В Тульский? Да, сегодня 1 июня, День защиты детей. Я поздравляю всех вас с Днем защиты детей! Ура! С праздником, детишки! С праздником! И их родителей. Всех родителей. А еще какой сегодня день, Карина? 1 июня, первый день лета! Ура! Здорово! Здорово! Лето началось? Да. Ну что, пойдем? Пойдем. Туда. Угу. Вот мы идем. Вот так здорово. Ты с горки? О, Карина у нас поедет с горки кататься. Вот так. А вот этот шпиль недавно отреставрировали. Дальше? Пойдем вот туда в арку. Пойдем туда в арку сходим. Вот так красиво. Идем, малыш. Вон она, Каринка, куда уехала у нас. Сейчас мы ее догоним и продолжим съемку. Смотрим, что здесь есть такого интересного, да? Угу. Ну, можно построить что-то. Три часа. Тудум. Карина делает картину из песка. Покажи, что ты делаешь. А покажи, что ты делаешь. О, классно. Кариночка, ну-ка давай мы твою картину посмотрим. Ой, какая Hello Kitty. Класс. Да? Да? Тут нужно убирать специальный слой. И туда клеится песочек разный, цветной. Отлично. Теперь тебе осталось фон сделать, да? Ну, какая у тебя красивая. Вису не делаем, мам, вот еще остальное. Чего? Шляпу. Карин, да. У тебя здорово получается. Давай, ну, о, вот эти красные. Угу. Вот какую картину Кариша сделал. Красивая Hello Kitty. А сейчас я пойду покупать мне конфету. Пойдем. Вы хотите яблочко? Ну все, моя зайчка. Бери любой, бери мне пару печень. Бери любой. А какой на тебя смотрит? 10. Бери мне второе. Ага. Пожалуйста. Спасибо. Ну-ка, и вот второечко с праздничком. Спасибо, вас тоже с праздником. Мы продолжаем. Вот такой у нас день защиты детей. Ой, смотри, какие кулончики красивые. И огромный карандаш. Ой, а из чего это такие штучки сделаны? Это из керамики. Вот какие здесь куколки. О, рыженькая какая, смотри. Ой, смотри, она какая. А тут... А это крючком, наверное, вязали игрушки такие.
Смотрите, вот какой зайка есть. О, прелесть какая. Покажи, где есть кошечка, кореш. Где ты увидела кошечку? Ой, какая киса. А вот эти вязаные, смотри, смешные коты, да? Да, это коты смешные. О, какие. Да. И вот еще есть. Я зеленый кот. Классный? Красивые какие у вас тут штучки. Он один, смотри, даже язык показывает. Целая армия котов. Смотри, если я вот так буду снимать, кореш, смотри, армия котов. Ну, это мыло. Это точно. Точно мыло? Он даже, кореш, смотри, бутерброд с икрой есть. Мыло, бутерброд с икрой. Черная одна осталась. И котики твои, или... Да, смотри, какие котики красивые. Очень много съедобного мыла. Прикольное мыло. Ну, так хочется, да? Кореш, нравится? Даже леденцы есть. Вот там видели, у нас бабушки красивые продают леденцы, а у нас есть леденцы. Точно. Тоже. Оп, такой перепутаешь, кореш, с леденцом, и будешь потом мыльные пузыри пускать изо рта, да? Классно. Идем дальше. И тут тоже игрушки. Прикольный Дед Мороз. Ну-ка. А, Дед Мороз. Привет всем. Привет. И елочка. И елочка. Это новогодние игрушки такие красивые, да? Их можно вешать на елочку. Вот. Девочка-улитка. Девочка-улитка классная. О, какая. А вот смотри, какая симпатяга. Тут нашли такие прикольные украшения. И внутри одуванчики. А внутри одуванчик. И оно из стекла. Вот такая штучка красивая. Смотри, какая лиса. О, классная. Вот он, котенок, вот этот, который ты говорил, как Баси, да? Как Басик. Да. Красивый. Медведи, техники Тедди. Они на шплинтах, у них ручки, ноги шевелятся. Они состарены вручную. Полностью вручную собраны. И швы полностью все сделаны вручную. Мамки. Слышу, малыш. Музыка из? Умки. Из Умки, да. Вот такие мишки красивые. Карин, Буратино, танцуй! И еще один номер хочет подарить нам студия «Калипсо». Встречаем. О, Каринку фотографируют. Где можно будет посмотреть потом? Мизинту. Отлично, посмотрим. Кариш, смотри, Карин, девочки танцуют. Посмотрим. Идем. Вот это вот для стрельбы из лука. Что такое? О, какие. Ничего себе. Пусть
Здорово! Вот такой у нас Кремль. Мы сейчас совершим прогулку по нему. Карина у нас, как всегда, впереди планеты всей на самокате. Вот это прям в самом центре. Приезжайте к нам на экскурсии, у нас здесь интересно. Особенно, когда хорошая погода. Это музей оружия. Там еще вход. О, Карина хочет сделать себе аквагрим. И аквагрим. И вот он какой. Ну-ка. Дай-ка еще раз посмотрим. Ух ты! Вот какая у нас Блумфейка. Карина фея. Кариша. Да. Ку-ку. А что мы собираемся сейчас делать? В парк. В парк? А там... Вместе с моей сестрой. Белые деньги, а остальное все дребеденье. Остальное все дребеденье. Как же это было? Не думал, не гадал. Сегодня классно были в Кремле. Тебе понравилось? Да. Отлично. Я еще раз хочу вас поздравить, мои дорогие друзья, с праздником Днем защиты детей. И с первым днем лета. Да. Каникулы. Смотрите меня дальше. И будьте на канале Кэрри Фэнтези. И еще раз. Днем защиты детей. И ставьте лайки. И подписывайтесь на канал Кэрри Фэнтези. И пока-пока. Пока. Пока.